Всіх вітаю на телеканалі «Київ». Ми розпочинаємо програму 12 листопада, 13.10 і традиційно у цій порі. Програма «Громадське приймання» вже готова вас проконсультувати. Попереду три блоки. У нас традиційно це поради лікаря, корисні поради, юридична консультація. З неї традиційно будемо розпочинати. Єдине, що всіх закликаю о 15.15 також до нас долучитися. Сьогодні дуже важлива тема. Вона стосується кожного з нас. Будемо говорити про працю, будемо говорити про трудове право. А я звертаю на вашу увагу, у нашій студії буде голова Державної служби України з питань праці, це буде Роман Чернега. Нагадаю також, що 5 листопада, зовсім нещодавно, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила Трудовий кодекс. Отже, сьогодні і про Трудовий кодекс, і про систему взагалі, як відбувається сьогодні система і роботи, і реформування, певно, реорганізація саме в системі Державної служби праці. Ми всі ці питання сьогодні обговоримо, тому прошу 15.15, готові будемо з вами спілкуватися, не пропустіть цей ефір. Попереду три теми, коротко озвучу. Як вчора і обіцяла, нагадую, що 14 листопада у цю суботу буде Міжнародний день логопеда. Рання діагностика мовленнєвих відхилень дітей. Коли звертатися до логопеда? Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другій частині. Також прошу не пропустити. Не так часто маємо змогу до нашої студії запросити логопеда. Отак от виявляється. Кишенькові кошти дитині. Чи варто їх давати? Як давати гроші дітям? Скільки давати грошей? Як часто давати гроші дітям? Як проводити контроль виданих дитині коштів? Про це все у корисних порадах. У нас буде фінансовий консультант у студії. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Вчора вам обіцяла, сьогодні виконуємо обіцянку, земельне право, все про кадастрові номери. Повністю все такі, знаєте, поговоримо від А до Я, поговоримо, що це таке, в чому важливість кадастрового номеру. І всі ваші проблемні питання за кілька секунд готові чути в нашому ефірі. Прошу, ми розпочинаємо. Отже, дійсно, сьогодні все про кадастрові номери, земельне право обговорюємо з гостями в нашій студії, тому прошу, за кілька секунд ми готові приймати всі ваші дзвіночки, зараз перевіримо телефонні лінії і готові вас почути. 223-09-71. Кадастрові номери, кадастр, що це взагалі таке? З цього, до речі, розпочнімо, якось завжди говоримо і тему цю, ну, дійсно піднімаємо, але, можливо, не зовсім детально. А сьогодні, от такі, знаєте, навіть якісь, здавалось би, прості питання, але ми їх маємо обговорити для того, щоб зрозуміти, в чому ж таки важливість цього кадастрового номеру. У нас у студії Наталя Доценко-Білус, адвокат, радник юридичної фірми. Перевіряйте телефон, будь ласка, 223-09-71. Ми готові будемо чути всі запитання. Передаючи на нашому екрані, шановні глядачі, буде з'являтися для вас також важлива інформація. Ви дивіться, звертайте вашу увагу, там все буде написано. Кілька титрів ще маємо, окрім телефону прямого ефіру. Маємо кілька титрів, саме структури інтернет-порталу, куди можна звертатися, яким чином, де подивитися інформацію щодо кадастру, та й взагалі окремі земельні питання можна знайти на інтернет-порталах, які будемо давати вам на екранах. А ми розпочинаємо. Дуже хотілося. Давайте одразу телефон увійти. Дуже рада бачити, Наталя, правда. Взаємно. Слухайте, багато говоримо. Останнім часом якось, знаєте, на серйозні теми з приводу того, що ж буде відбуватися щодо мораторію. Постійно нагадуємо, що фактично мораторій діє до 2016 року. А як буде розвиватися ситуація, будемо дивитися. Хоча, судячи з усього, якось депутати, я бачу, у них руки до цього не доходять. Більше зараз іншими питаннями займаються. Обов'язково ми поговоримо якось пізніше з вами і на цю тему. А сьогодні якось, знаєте, ми про кадастр номери часто говоримо, але якось опосередковано, коли люди нам телефонують. А я хочу від вас, от взагалі, кадастровий номер, кадастр, що це таке в принципі? Ми ж ніколи насправді не визначали. Люди говорять там кадастровий номер, а хтось нехтує цим поняттям. Хоча насправді я так розумію, що кадастровий номер це все. Питание земли, это все. Тому прошу, поясни. Да, спасибо за этот наиболее актуальный вопрос. Вообще, когда мы говорим о земельном участке или о правах собственности или аренды на земельный участок, прежде всего нужно начинать с вопроса кадастрового номера. Что же такое кадастровый номер? Кадастровый номер – это фактически уникальный идентификатор земельного участка, то есть уникальный номер, позволяющий определить место расположения земельного участка, его существенные характеристики и наличие прав на него. Именно благодаря кадастровому номеру участки значатся в кадастре, государственном земельном кадастре, и благодаря этому можно четко узнать на конкретную дату, кто собственник какого земельного участка. То есть наличие кадастра о чем говорит? Первое, вот есть участки, у которых есть кадастровый номер, а есть земельные участки, вроде бы они в собственности или на них есть вечные права, но при этом на них нет, в силу определенных обстоятельств, нет присвоенного кадастрового номера. Так
Какие же аспекты позволяют раскрыть кадастровый номер? Первое. Если у земельного участка есть кадастровый номер, то первый вывод, который мы можем сделать, что этот земельный участок выделен в натуре на местности. Это значит, что его границы определены. О, это супер, потому что это межи, очень это важно. Так, да. Так. И, соответственно, сразу делаем обратный вывод, что если у земельного участка в силу обстоятельств нет кадастрового номера, то невозможно говорить о наличии у него четко определенного границ. И как следствие возникают споры относительно наложения границ земельных участков, споры со смежными землепользователями и другая судебная практика. Поэтому первый ключевой аспект – это наличие определенных на местности границ земельного участка. Второй важный аспект. Если есть кадастровый номер, то значит на земельный участок ведется поземельная книга, и с большой степенью вероятности этот земельный участок внесен в государственный земельный кадастр. Соответственно, его владелец этого земельного участка может быть спокоен относительно того, что он значится в этом кадастре как собственник или землепользователь, например, арендатор. А в то же время, если кадастрового номера нет, но есть правоустанавливающий документ на земельный участок, то высока вероятность того, это крайне рисковая ситуация, к сожалению, она широко распространена на практике, когда в определенный момент появляется третье лицо, заявляющее права на ваш участок. И это лицо аргументирует тем, что ему абсолютно на законных обстоятельствах в текущий период или там несколько лет назад был выделен земельный участок с присвоением кадастрового номера, с регистрацией этого номера в государственном земельном кадастре, с оформлением правоустанавливающего документа и, соответственно, со всеми атрибутами собственности. И когда возникает конфликтная ситуация между собственником, который приобрел этот земельный участок по состоянию, например, на 2004-2005 год, например, до 2007 года, когда произошла тотальная, ну не тотальная, а созданы были возможности для присвоения кадастровых номеров. Так вот, если возникает такой спор, то приоритетное преимущество в этом споре имеет то лицо, которое приобрело земельный участок с наличием у него кадастрового номера. Так, шановні, чому мали це обговорити, тому я вибачаю, що вас чекати, але це дуже важливо. Ми почули три критерії, на які, ну, дійсно варто звернути увагу. Ми їх дещо детально обговоримо, особливо мене, ну, дійсно цікавить третя ситуація, бо це дуже важливо. Да, і це судові спори, это, тут ніяк вже інше, по-іншому не вирішиться. Ці три критерії для того, щоб ще раз підчеркнути, наскільки важен кадастровий номер. Я сподіваюся, що благодаря вашій передачі на сьогоднішній день всі слушатели проверят, присвоен ли их земельному участку кадастровый номер, или у них только есть правоустанавливающий так, документ. Вы бачаєте, что довелось чекати, говорите вы в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Лидия. Вот, подскажите, пожалуйста, город Киев, как получить кадастровый номер на дачном участке Броварской район? Дачный кооператив мне подарил этот домик и земельный участок, вот, подарен. Но кадастрового номера у меня нету. Как получить? Благодарю вас за вопрос. Дякую. Далі готові. І от такі все-таки сьогодні більше питань стосовно кадастру. Ну, як ми бачимо, фабула ситуації, по всій видимості, є правоустанавливающий документ, договор дарення земельного участка. Предположительно, це було зроблено, мабуть, до 2007 року, хоча потенціально це могло бути і позже осуществлено. Ключевой момент, что если вы фиксируете, что у вас нет кадастрового номера, ваше действие следующее. Первое, вы обращаетесь к землеустроительной организации. Это лицензированный субъект, имеющий право проводить землеустроительные работы. Вы обращаетесь и ставите перед ним задачу подготовка технической документации по выделению земельного участка в натуре на местности. Вот так сложно она называется. Вот, землеустроитель по результату землеустроительных работ формирует данный документ, техническую документацию по определению границ земельного участка в натуре. И эта документация является основанием для обращения в главную управление земельных ресурсов, сейчас это называется департамент земельных ресурсов при Киевской городской государственной администрации, для присвоения кадастрового номера. Вообще очень подробно регламентирована эта процедура в законе Украины о государственном земельном кадастре. Если у кого будет возможность и желание, я бы вообще рекомендовала ознакомиться с
законом о государственном земельном кадастре и особенно в контексте следующих вопросов. Первый вопрос, как присваивается кадастровый номер, на основании каких документов, что здесь не всегда, в ряде случаев не нужно решение сессии местного совета, а достаточно землеустроительной документации и действий управления земельных ресурсов, поскольку нет перехода прав собственности или нет смены собственники. Это раз. Второй не менее важный аспект, который вы сможете почерпнуть из этого закона, это основание для прекращения кадастрового номера. На самом деле есть не менее обширная судебная практика, граничащая с незаконными или там незаконными действиями, когда местные советы или местные администрации прекращали, отменяли решение о присвоении кадастровых номеров тем лицам, которым эти земельные участки в свое время выделялись в пользование или даже в собственность. И после этого земли возвращались в земли запаса и передавались под приватизацию. И когда землепользователь осознавал, что он уже, собственно говоря, не владелец, он начинал исследовать ситуацию и оказывал, что отмена кадастрового номера повлекла исключение из формации из кадастра об этом участке, то есть утрачен объект собственности. То есть кадастровый номер говорит, что есть объект. Когда нет кадастрового номера, то уже нет земельного участка, а есть земля. И эта земля не имеет своих идентифицирующих признаков. И она возвращается в земли запаса и, как следствие, уже заново выделяется третьим лицам. И эти третьи лица, например, в процессе приватизации идут и регистрируют свои права. То есть вначале создается участок, за ним закрепляется кадастровый номер, потом регистрируется право на этот участок. Поэтому кадастровый номер – это создание участка, и потом только благодаря тому, что есть кадастровый номер, за этим кадастровым номером регистрируются определенные права. Так вот, когда прекращается действие кадастрового номера, например, отменяется документ, на основании которого присваивался кадастровый номер, это влечет к утрате права. Нет объекта, не может быть и права на объект. Такие ситуации были. Это тоже отдельный пласт судебной практики, который еще раз подтверждает, что важно иметь кадастровый номер, но не только иметь, нужно контролировать регулярно, проверять, получая извлечение из государственного реестра вечных прав на недвижимость или из управления земельных ресурсов из государственного земельного кадастра, соответствующие извлечения, вытяги, которые на текущую дату будут вам, как собственнику или арендатору, подтверждать факт того, что ситуация стабильна. Ніхто не відмінив ваш кадастровий номер, і ви ще собственник. Ніхто не забере вашу власність. Є ще дозвонювач, прошу, говоріть. Алло, добрий день. Добрий день, говоріть, будь ласка. Це з Луцька дзвонять у вас. Маю спірне питання. Будинок на дві половини. Моя частка 43, мама на 57. Мама хоче подарувати мені. Оформили... Наверное, я продолжу вопрос, чтобы дать на него. Вы думаете, что не было кадастрового номера, и тому не смогли оформить правочин? Ситуация типичная, да? То есть она в чем-то типичная ситуация, поэтому попробуем ее воспроизвести. Возможно, она... Так подскажите, так и в них немає кадастрового номера? Ми це почули. В чому питання було? Яка була проблема? Ми зрозуміли всі, що частина у мами, частина у нього. Далі. Це ні, це хай телефонує, не про це, не про те, що ми з вами подумали. Ще раз, нехай телефонує і пояснює. Не зрозуміла, редактори, не зрозуміла. На самом деле, я все-таки позволю себе два коментаря по этой ситуации. Какие в этой ситуации могут быть типичные непростые ситуации, да, определенные сложности. Первая сложность, если, например, совладельцы земельного участка или совладельцы, да, по всей видимости, именно совладельцы, собственники земельного участка имеют этот участок в определенных долях, пропорциях, вот было, например, 57 и 43%. В то же время нужно изменить пропорцию. Это все достигается благодаря разработке технической документации. Новая техническая документация с новыми границами, с согласованием этих границ между совладельцами и последующим отражением этого факта в
в земельных книгах и переоформление правоустанавливающих документов. Хотя в ряде случаев они даже не переоформляются. Переоформляется именно техническая документация. И это не всегда, кстати, влечет изменения кадастрового номера, если кадастровый номер был присвоен. Это уже такой технический вопрос. Лучше по этому вопросу, опять же, обращаться к землеустроителю. Он все, что связано с границами земельного участка, там, которые подлежат изменению по согласию совладельцев или смежных землепользователей, то здесь нужно обращаться, опять же, к землеустроительной организации или к землеустроителю, который на базе разработанной технической документации, в состав которой входит акт согласования границ земельного участка, устранит возникающий спор и пересмотрит границы. Но, однако, эту процедуру нужно будет завершить путем внесения данных в государственный земельный кадастр. Так, якщо вона зараз чуєте і хочете там більше уточнити, давайте ще раз, бо зірвався ваш дзвінок. А в нас вже новий додзвонювач. Говоріть ви в ефірі. Говоріть ви в ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день. Я хочу таке запитання. Звернулася в державну організацію, щоб видали кадастровий номер. У мене дві частки землі на одному державному акті. 10 соток і 30 соток. Чому плата... Незалежно від кількості землі, хоч і 5 гектарів, одна й та сама 1000 за один участок. Плата за що? Це у вас землеустроїтель бере цю плату? Или да. За що це плата? Землеустроїтель, да? Землеустроїтель бере цю плату. Незалежно від скільки там соток, чи сотка, чи 10, чи гектар, чи 5000 за один участочок. Плюс два участки буде 2000 за виготовлення кадастрового номеру. Спасибо за вопрос. Да. Ну, следует помнить, что землеустроители – это у нас субъекты предпринимательской деятельности, вне зависимости от формы собственности. Поэтому, дабы найти более разумные расценки, они законодательно не урегулированы, это право субъекта хозяйствования устанавливать те расценки, которые наиболее там, оптимальные для этого конкретного субъекта, я бы порекомендовала сравнить эти расценки с другими землеустроителями. Хотя бывают такие ситуации, что в некоторых населенных пунктах, особенно в селах, есть такие монопольные, ну в кавычках, монопольные землеустроители, которые контролируют все эти процессы в пределах определенной территории. Вы альтернативного землеустроителя, либо вам будет сложно его найти, либо его документацию вам потом очень сложно будет согласовать в местном управлении земельных ресурсов. Этот фактор, кстати, следует также учитывать. Иногда следует пойти по пути наименьшего сопротивления, обратившись к тому землеустроителю, который не просто разработает землеустроительную документацию, а чья землеустроительная документация с большей степенью вероятности пройдет все согласования и завершится достижением присвоения кадастрового номера. Так, тому нас... дело не только в цене. Ну, я дозвонюючи з мобільного, ви телефонуєте, немає додзвонювача. Ми не можемо надати відповідь на попередні запитання, шановні глядачі, і одразу давати ваші питання, тому, ну, вибачайте. А ви почули, наша дозвонювачка запитувала, землевпорядні організації, їх величезна кількість, але ви правильно зазначили, що, напевно, більш там в сільській місцевості, там конечно, монополія певна, да? Да. Якщо в столиці, там, ну, я маю на увазі, в великих містах можна знайти величезну кількість цих організацій. Поэтому здесь нужно разумно поступать, взвешивая не просто там эмоциональную составляющую, что дорого, и вообще мне сервис не нравится, и вообще я бы хотела обратиться к другому, и другой действительно есть. Можно же, например, к киевскому землеустроителю обратиться. Вот их права распространяются не только на, там, на Киев, но и на любую можно запрошивать? Да, можно любого, но вопрос последующего успешного согласования документации технической. Вот, и получение достижения цели. Если мы ориентированы на достижение цели, то следует учитывать местные особенности. Хотя об этом сейчас не особо принято говорить, но по факту местные особенности были, есть и продолжают существовать. Так, снова я дозвонилась, я так разумею, так? Говорить вы в прямом эфире. Раньше было, дивіться, что я считаю законы недолугими. Раньше домова книжка була, і совхоз видавав землю, і ніхто не міг відмінити цього права. Зараз же і кадастровий номер, і домова книжка, і куча документів.
і хтось може відмінити, і людина про це не буде знати. Я да, должен бігати, провіряти і тому подобне. Хіба не можна придумати, щоб перший чоловік, який отримав документи, за ним зберігається все, не дивлячись на кадастру і на номера, не дивлячись ні на що. Все, ми зрозуміли. Все, зрозуміли. Да, я очень ценный комментарий. Да, бо це не питання, раз, це коментар. Да, он комментарий, на базі которого хочеться ще раз обратить ваше внимание на существующую судебную практику. То есть, если есть ситуация, когда собственник приобрел земельный участок на правах, на, получил государственный акт на право собственности в период до, например, 2006 года, 2007 года, тот период, когда не велась система единого присвоения кадастровых номеров. И, соответственно, этот участок не значится в государственном земельном кадастре, потому что он не может значиться, у него нет кадастрового номера, предположим. А нет почему? Да потому что собственник не предпринял дополнительные действия по дополнительному оформлению технической документации на определение границ земельного участка и присвоение этого кадастрового номера. То есть нет кадастрового номера, и участок не значится в кадастре. Соответственно, есть вероятность того, что появится другое лицо, которому этот же участок будет выделен, или он будет дроблен и выделен разным лицам на местности, будет разработана надлежащим образом техническая документация, будут присвоены кадастровые номера, и информация попадет вначале в государственный земельный кадастр о наличии таких объектов гражданских прав, как земельные участки в этом реестре. И после этого будут зарегистрированы определенные вечные права на этих участках, и эта информация будет отражена во втором не менее важном государственном реестре, это государственном реестре вечных прав на недвижимость. И после этого между этими лицами возникнет спор относительно, кто же все-таки имеет права на участок. Тот, кто, например, в 2003 году приобрел его в собственность, предположим, в процессе приватизации, у которого абсолютно оформлены все документы. Или тот, у кого есть, например, госакт, датированный 2015 годом, или 14, сейчас уже свидетельство, поэтому свидетельство на право собственности на земельные участки оформляются, поэтому в процессе приобретения этих прав. Либо, например, госакт получил 2011 годом. Вот. Так кто же из них будет иметь права? А, конечно же, суд будет опираться не на дату приобретения участка, а если, предположим, каждый из них абсолютно законно, без нарушений, приобрел этот участок, то права будет иметь лицо, которое имеет выделенные в натуре границы этого участка, а именно имеет присвоенный этому участку кадастровый номер. Поэтому еще раз говорю, для цели того, чтобы как-то отрегулировать подобные ситуации, в законе о государственном земельном кадастре четко прописана упрощенная, подчеркиваю, процедура, без сессий, без чрезмерного количества согласований, процедура разработки и согласования тех документаций на присвоение кадастрового номера. Именно для тех участков, права на собственности на которые были приобретены до внедрения всеобщей системы кадастрификации, скажем так, земельных участков. Так, класні у вас питання. Ну, коли такі гості, як Наталя, можна помовчати, тому говоріть. У нас знову є додзвонювач. Говоріть, ви в ефірі. Добрий день. Скажіть, добрий будь день. Ласка, чи актуальні ті державні акти, які ми виготовляли ще за часів правління Януковича? Платили всі необхідні суми? Ми зрозуміли. У вас є кадастровий номер? Це ми зрозуміли. Кадастровий? Є, там. Є кадастровий номер? Кадастровий. Да, якому це році було? Коли ви отримали всі документи? 2009 рік. Кадастровый номер є, все? А то мы уже забыли, да, когда разумею. Были времена Януковича. Хорошо, что вы напомнили год. Абсолютно актуальны. Никто вас не обязывает изменять или переоформлять правоустанавливающий документ. Вы единственное, что я вот крайне рекомендую любому собственнику земельного участка обратиться, например, к нотариусу и получить извлечение из государственного реестра вечных прав на недвижимое имущество. Это реестр, в котором на сегодняшний день аккумулируется вся информация о имеющихся правах, вечных правах. Это любые права, и сервитуты, и эмфитевзис, и аренда, и постоянное пользование, и собственность на любые объекты недвижимости, включая земельные участки. Поскольку этот государственный реестр вечных прав ведется
с 2013 года, то, конечно же, если ваш участок был приобретен в 2009 году и оформлен был правоустанавливающий документ и кадастр был, то, возможно, он не будет значиться в государственном реестре вещных прав. Возможно, вы можете добровольно его внести в этот реестр, обратившись к нотариусу. Но даже если вы его не внесли, вы можете тогда пойти в управление земельных ресурсов и получить извлечение из государственного земельного кадастра. Это кадастр, в котором содержится информация о количественно-качественных характеристиках земельных участков. И в частности, в котором содержится информация и о правах на этот участок, о тех, которые были приобретены вот в тот период, о котором вы говорите. Вот. И имея это текущее извлечение, вы просто будете себя комфортнее чувствовать, понимая, что да, вы актуальный собственник, вы это проверили, у вас нет опасений в том, что кто-либо может оспорить эти права. В частности, убедиться, что, например, участок не арестован. Вы знаете, что сейчас арест как мера обеспечения в процессе уголовного производства моментально фактически накладывается. И здесь нужно тоже быть бдительным и контролировать факт того, что, во-первых, вы не только собственник, что ваша собственность в виде земельного участка никак не обременена. Так, еду дозвонивать, так, говорить вы в прямом эфире. Говорите. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я уже, да? Алло. А вы в прямом эфире, ставьте свои запитания, так. Спасибо. Значит, я получала ще этот самый участок ще в 87-му році. Потім помінялися. Я поміняла. У нас один уїжджав, я поміняла, продала домик свій продала, купила через один дом. Це було в 96-му році. І у мене залишився акт куплі-продажі. Тобто не акт, а протокол куплі-продажі. І по ряду причин я його до цього часу не оформила. Як мені тепер зараз оформити? Вот это ситуации, которые иллюстрируют, что нельзя действия останавливать на полпути. Это очень поучительная ситуация. Она характерна не только на самом деле для земли, а для любой недвижимости, когда и даже для текущего момента нужно помнить о подобных ситуациях, что незавершенное действие рождает риск собственности. Но вот о чем говорит вот ситуация, которую телезрительница рассказала? Она говорит о том, что был некий протокол или какой-то набор документов, которые, как я поняла, не завершены. Оформлением правоустанавливающего документа по состоянию на 96 год. Понятно, что кардинально изменилась регистрационная система. Такие строки 10 років, 20 років. Ну, не було актуально. Я все розумію. Ви ж теж мене, я переконана, що ви мене теж розумієте. Наталя, я просто, дивую, правда. Коли в країні, вибачте, нерухомість, ви правильно сказали, не це ж земельна ділянка. З нерухомістю що буває, коли квартира перепродається по кілька разів, да? А тут нерухомість 96-й рік. Ми зараз спробуємо вас, але просто, щоб я хочу, щоб всі почули. Не можна так, правда. Подивіться документи. Наталя вам далі сказала, передивитися. Ну, бо судові процеси, статистика стверджує, що якраз за земельні ділянки, те, що відбувається, ну, так, це досить популярні, вибачте, судові процеси. От що їй зробити зараз? От терміново, при тому. К сожалению, тут вот найбільш оптимальне, тут вопрос спорності прав. Поскольку нет актуализированных документов и нет ни кадастрового номера, соответственно, нет документов, которые бы надлежащим образом подтверждали актуальную собственность, нет данных из государственного реестра вечных прав, то можно презюмировать, что телезрительница не является собственником, исходя из документов. Поэтому, чтобы доказать обратное и чтобы такая презумпция отсутствия прав собственности не возникла ни у кого и вообще исключительно риск, что ваш участок, ввиду того, что он не ваш по документам, по регистрационным данным, чтобы он случайно не был выделен кому-то еще, необходимо в судебном порядке признать право собственности на участок. Но для того, чтобы в судебном порядке признать право собственности, должен быть спор. Поэтому я бы вам рекомендовала первым этапом обратиться в управление земельных ресурсов с ходатайством, заявлением об оформлении прав собственности. Те, безусловно, учитывая
нюансы ситуации будут вынуждены отказать, потому что нетипичный набор документов. И, соответственно, угу. этот отказ нужно оспаривать путем признания спору, прав да, собственности. Угу. И уже суд будет исследовать, являлись ли релевантными, соответствующими тому законодательству по состоянию на 96-й год эти протоколы. Потому что протокол вот о приобретении как документ, он, собственно говоря, как на текущий момент ни при каких бы обстоятельствах не рассматривался как правоустанавливающий документ. Но, возможно, тогда он являлся таковым, и просто не были действительно довершены какие-то действия. Но лицо стало собственником, рассчиталось за этот участок, есть документы, подтверждающие оплату. Но вот эту вот всю причинно-следственную связь и вывод будет делать уже суд, потому что здесь нет однозначного понимания, собственник или не собственник. Вот, и понимая, что, например, мы сегодня можем что-то не завершить, полениться внести данные о своем участке в Государственный реестр вечных прав на недвижимость. Кстати, многие делают это сознательно, потому что, чтобы не платить налоги, потому что налоги платятся по участкам, которые и по недвижимости из данных Государственного реестра. Нет в реестре в силу исторической вот хронологии приобретения прав на этот участок, мы не получаем письмо счастья от налоговой с расчетом стоимости налога. Мы не можем выйти взяты из реестру прав на нерухоме майно. Это тоже вариант. Но в то же время пока нет препятствий. Вот если, например, у меня земельный участок с ГУСАКТом 2009 года. Я знаю, что у меня нет в реестре, но я знаю, что если я завтра захочу продать его, я иду к нотариусу, показываю, беру вначале из кадастра, беру извлечение о земельном участке, хотя сейчас некоторые нотариусы могут его предоставлять из государственного, государственного земельного кадастра, хотя я еще не пробовала это на практике, хотя как новелла, она есть уже в подзаконной нормативной базе. Идем к нотариусу, нотариус делает первым действием внесение в реестр участка, прав собственности на этот участок за продавцом регистрируют. Вторым действием регистрируют факт перехода прав собственности и третьим завершает регистрацию за покупателем этого вечного права. И все эти три действия делаются в Государственном реестре вечных прав. Но это сегодня нет препятствий. А если завтра что-то опять же кардинально изменится, и вот это незаконченное действие станет препятствием для сделки. Поэтому в идеале нужно завершать действия с учетом требований законодательства конкретного времени. Ну, если мы говорим о текущем времени, то это требование о наличии вечных прав в Государственном реестре вечных прав. Как регистрация. Да, подивіться документи, особливо там 2013 року, і тут зараз тільки не тільки земельна ділянка, а й квартири ми говоримо, особливо те, що по спадщині. Да. Багато хто нас вас телефонує, по спадщині ті, що отримали. Ви отримали свідоцтво про право на спадщину і думали, що нікуди не треба йти, навіть якщо це частинка була квартири, в якій ви також є власником. Треба все-таки зараз звернутися до державного реєстратора, незважаючи на те, що Державна реєстраційна служба ліквідована і тепер це департамент, але треба зробити. Вони працюють за тими самими адресами, зараз всі не назву, бо це трошки інша тема. Але зробіть і зверніть увагу. Дуже вас буду просити, щоб не втратити майно, бо правильно Наталя каже, в нашій країні так швидко все змінюється, правда? Завтра можуть швидко на швидко руч прийняти все, що їм завгодно. До мораторія руки не доходять, тільки розмови на землю, так? А тут земля – это уникальный актив, который не только не земля, а именно земельный участок. Вот чем земля от земельного участка отличается? А вы зараз скажете, тільки я дозвонюючи, і тоді розкажете. Говоріть ви в ефірі. Можна, добрий день. Добрий день. Таке питання. Будинок на дві половини, земля, значить, були акти приватизації цієї власності на землю, так? На дві половини, дві рідні сестри. Значить, сестра помирає одна, ту половину купує там чоловік. Тепер той чоловік хоче купити, значить, мою половину, докупляти. Я не хочу йому продавати. Значить, він мені, я приїхала влітку туди в село, почала виробляти цей кадастровий номер. Він мені не підписує ні межі ніякі, от який вплив можна на нього. І чим це закінчилося, ви говорили, що він зробив цей кадастровий на свою половину раніше, втратилася об'єкт собственності, як ви говорите, мой там сарай уже його, і там і місця такого спільного користування. Я влітку приїду доробити цю роботу, бо я, як чула, заплатила великі гроші. А скажіть, будь ласка, таке питання, а ви, ну, це зараз так просто змолю, ви переконані, що він тільки, як ви говорите, на свою частку землі зробив? Він так не міг...
Є ні, варіант... він пішов у сільраду, привів там родича свого, вони собі, я не знаю, але якщо живуть сусіди і знають, що мама там моя жила, і 50 років була межа, отак, як ми її мали. І в мене зроблені всі ці державні акти, все воно сфотографовано, все воно, я просто кадат зараз хотіла оформити. Ні, ви не зрозуміли, ми вам говоримо про те, що є цілком імовірна ситуація, що він зробив кадастровий номер на всю цю земельну ділянку, на вашу частину також. Ні, він такого на не свою зробив. Тільки взяв. Ну там в другому, окей, наверное, без ситуація. Питань, добре, дякуємо. Тоді добре. Якщо так, то супер. Він не підписує мені мешку. Да, є така ситуація, злоупотребління. Угу. І він каже, ви все одно мені будете це продавати. Я от, тобто він смотрите, не підписує, він не дає закінчити, завершити цей кадастр, зробити документи, бо він що? Він наполягає, щоб я йому цю частину другу продавала. Ні, не піддавайтесь. Все, кладіть зараз слухавочку і послухайте пані Наталю, послухайте уважно. Тут треба чітко определитися в ситуації і не піддаватися на вот это давлення со стороны там, недобросовісного, скажем, совладельца. Це да, хтось, зять колишнього. Да. Вот, момент какой? Элементом тех документации на определение границ земельного участка есть такой важный документ, как акт определения границ земельного участка в натуре. И по форме своей типовой этот акт подлежит подписанию смежными землепользователями, что они не возражают против тех границ участка, которые определяет землеустроитель, как границы участка под этим кадастровым номером в рамках этой собственности. И здесь важный момент, что вот конкретный случай, когда сосед отказывается подписывать этот акт. Да, у него есть право отказаться, мы не можем его понудить подписать, но в этом случае, к сожалению, когда есть, а это означает, что есть спор по границам, то есть если у нас с вами смежные участки, и я отказываюсь подписать вам документ о том, что границы вашего участка смежные с моим участком проходят по этим углам, значит, у меня нет согласия с вами относительно границ участков. Соответственно, это спор. А раз есть спор, то необходимо обращаться в суд. И только, и вот судебная практика, есть судебная практика, и вы обязательно должны это помнить, которая свидетельствует о том, что вне зависимости от того, подписали смежные землепользователи акт об определении границ земельного участка или отказались от подписания, это не должно препятствовать в оформлении тех документаций и присвоения последующего кадастрового номера. Но просто землеустроитель на себя такую ответственность не возьмет. Для него цена такого смелого действия – это утрата права на дальнейшее проведение землеустроительных работ. Поэтому он будет ждать, когда этот вопрос вы снимете в судебном порядке, получив решение суда, что в вашем конкретном случае границы земельного участка являются согласованными, спора нет, и отсутствие подписи соседа на акте не есть основанием говорить о том, что землеустроительная документация некомплектная. Наличие такого решения суда позволяет потом, обратившись к тому же землеустроительству, завершить начатое действие по оформлению тех документаций и присвоению кадастрового номера. Так. Но без решения суда, увы, здесь вряд ли вам удастся что-либо сделать. 45 хвилин же эфиру сплело. Ну давайте, еще у нас и дозвонюсь. Слухаем у вас, говорите, будь ласка. Добрый день. Добрый день. Ситуация у меня была в 2002 году, было наследственное право, земля ко мне перешла, это родители умерли, в 2002 году. И вот у меня как будто бы эта земля есть, мои родственники там живут, а теперь я вижу, что нужен кадастровый номер или что-нибудь такое делать, я не знаю, что мне делать, потому что у меня документ написано, адрес в книге записи державных актов на право приватизации властности на землю номер такой-то. А свидетельство о наследовании у вас нотариусом выданное на земельный участок есть? Ну, на ваше есть, имя? Да. Есть? Да. Отлично. Спасибо, понятен ваш вопрос. Одне питание еще приймаем, но одразу телефонуйте. Дякую. Да, все зрозуміло. Опять же, все действия аналогичны. Первым вашим действием делайте нотариальные копии, чтобы не оригиналы носить и случайно потерять. Делайте нотариальные копии свидетельства о наследовании. Возможно, есть какая-то техдокументация на земельный участок, устаревшая пускай.
А вот все, что есть по земельному участку, берите копии, обращайтесь к землеустроителю. Землеустроитель выезжает с теодолитом на местность, начинает обмерять границы земельного участка. Но главное, чтобы был этот правоустанавливающий документ. Понятно, что свидетельство о наследовании, выданное в 2002 году, уже говорит о том, раз действия дополнительно не предпринимались, что нет ни кадастрового номера и нет данных об этом участке в реестре вечных прав, так же, как и в государственном земельном кадастре. Но это не означает, что лицо не собственник в данном случае, потому что действие было завершено. Оно было оформлено правоустанавливающим на тот момент документом. Хотя, вообще-то, вот это свидетельство, оно должно было еще в ГУСАК переоформиться. Но, в любом случае, свидетельство о наследовании – надлежащий документ. Теперь же, после того, как техдокументация будет оформлена, нужно будет не только остановиться на получении кадастрового номера, но и обеспечить внесение данных об этом участке в Государственный реестр вечных прав. А для этого вам нужно будет обращаться в государственную регистрационную, ну, теперь уже департамент, то есть обращаться для того, чтобы внести в реестр эту информацию. Потому что высока вероятность, что если вы только ограничитесь кадастровым номером, то в последующем, пока вы не дооформите свои права собственности в реестре вечных прав, вы просто будете, не будет у вас возможности в продаже этих участков. Хотя вот, кстати, маленький комментарий. Вот у каждого вывода есть две стороны медали. С одной стороны, очень правильным быть хорошо и вносить в государственный реестр вечных прав на объекты недвижимости информацию. А с другой, сейчас время такое непростое, реестр слишком публичный. И некоторые вполне мудрые люди воздерживаются, зная, что они собственники, что у них есть правоустанавливающие документы, например, от 2009 года, я не говорю от 96-го, а 2009-го, вот, они воздерживаются от того, чтобы вносить эту информацию в Государственный реестр вечных прав, чтобы не становиться мишенью для недобропорядочных лиц. И в этом тоже есть глубокая мудрость. Но тогда нужно быть внимательно следить за развитием и изменением законодательства. Поэтому то, что публично не внесено и не светится, но оформлено как собственность, тоже имеет свою как бы логику существования, логику решения этого вопроса. Крайний дзвінок и завершуємо. Говорить. То я себе чую. Ставте запитання. У мене є державний акт на право власності землі. Під ним номер стоїть. Це кадастровий номер і що це за номер? Що? Все? Вы почули? Ну, отлично. Раз есть и земельный участок, и кадастровый номер, то вы же счастливый обладатель не просто земли, а земельного участка. Вот, кстати, к вопросу земля и земельный участок. О, завершим на этом, поясните. Да, этот философский вопрос. Прошу. Земля – это категория абстрактная. Она не имеет, это вот то, что не выделено в натуре, иногда ряд земли запасы, это не выделенные в натуре земли коммунальной собственности. А вот земельный участок, он имеет три в одном. Границы, права и место расположения. И вот эти три составляющие, потому что они все уникальны для каждого участка. Вот обратите внимание, у каждого участка есть свои уникальные границы, свои уникальные права и свое уникальное место расположения, которое у моего участка, даже рядом располагающегося с вами, не может дублироваться с вашим участком. И все это, вот эти три в одном появляются только тогда, когда появляется идентификатор этого участка, кадастровый номер, его уникальное цифровое значение. И только когда у меня есть кадастровый номер на мой участок, у вас на вас, мы четко понимаем вот эти три составляющие. Но если у меня есть кадастровый номер, а у вас просто земля, то ваша земля может иметь тенденцию быть... Стати чиєюсь. Все, я дуже вам вдячна. Правда, час вичерпано на всім. Дякую, що так активно телефонувала. Наталя Доценко-Білоус, адвокат, радник юридичної фірми, була гостем. Сьогодні ми завершуємо цю частину. Переходимо після реклами. Будуть поради лікаря. Не перемикайте.